Сотрудников медицинских и образовательных учреждений Севастополя учат пользоваться генераторами электроэнергии. Правительство города организовало массовые курсы для работников учреждений социальной сферы. Тех, кто будет непосредственно отвечать за работу резервных источников питания в больницах, школах, детских садах. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления по промышленной безопасности электроэнергетики и безопасности гидротехнических сооружений правительства города Вероника Валентиновна Полковникова. За неделю обучение прошли 160 человек. Мы прикладываем огромные усилия для того, чтобы максимально быстро обучить наших лиц, ответственных за эксплуатацию резервных источников питания. Учебным центром разработана специальная программа 16-часовая, в которой будут освещены как вопросы, общие вопросы безопасной эксплуатации электроустановок, так и непосредственно вопросы, связанные с установкой и эксплуатацией резервных источников питания в разной мощности. Приступить к работе сотрудники смогут после того, как в их учреждениях установят генераторы. Департамент образования правительства города, в частности, подал заявку для обеспечения автономными источниками энергии 68 общеобразовательных школ и 79 детских садов.